К началу сентября на пересечении улиц Ленина и 60 лет СССР будет построена площадка из брусчатки с тротуарами. Согласно контракту, работы начнутся на следующей неделе. Территория будет предназначена для размещения торговых павильонов. В одном месте после благоустройства разместятся торговые точки с рыбной, мясной, овощной и другой продукцией. Сейчас на месте будущей благоустроенной площадки и новых тротуаров – пустырь, оставшийся после сноса ветхого дома, и привычные жителям Кармановки торговые павильоны. На время благоустройства индивидуальные предприниматели временно переставляют свои торговые объекты. Ради того, чтобы в городе было красиво, здесь красиво сделают, да, все. Эти неудобства значения не имеют, ради будущего. Все будет хорошо. Увидеть. Временные неудобства для предпринимателей связаны с исполнением муниципального контракта по благоустройству территории, в зону которой попадают и нестационарные торговые объекты. Стоимость работ составит порядка 2,5 миллионов рублей. Площадку из брусчатки будем выполнять и тротуар. Замена тротуара существующего, который по улице Ленина идет, там мы его будем из брусчаточки делать. И плюс дополнительный тротуар еще у нас будет от 60 лет СССР до хлебного магазина сюда. И площадка. Порядка все это площадь займет где-то 730 квадратных метров обустройства этой площадки, этой площадочки, брусчаточки. После завершения работ павильоны вернутся на свои места. Завершить работы по благоустройству на этом участке планируется до 15 сентября. Александра Литкова, Владислав Носкин, телеканал «Север».